В горах Нижней и Верхней Галилеи живет себе народ. Небольшая группа черкесов, 150 лет назад депортированных сюда османской властью после Кавказской войны. Черкесы, которые славились своей военной подготовкой, были нужны здесь, чтобы наводить порядок среди местных арабов. В конце 19 века, с началом еврейской алии, они помогали охранять еврейские поселения от набегов арабских соседей. И, понятное дело, сильно сблизились, имея общие интересы, знание русского языка и нелюбовь к русским царям. За полтора века черкесы, высоко ценившие свою культуру, сумели сохранить и язык, и традиции. Сегодня в Израиле их около 4000 человек. Они молятся в своей мечети в Кфар-Кама, готовят все те же национальные черкесские блюда, говорят на родном адыгейском языке, исполняют аутентичные кавказские танцы. И главное, не испытывать никакого дискомфорта, будучи мусульманами в еврейском государстве и исполняя гражданский долг на срочной службе в армии, но при этом сохраняя свою самобытность. Я приглашаю вас отправиться вместе со мной на прогулку по живописной черкесской деревне Кфар-Кама.